барабанный фильтр. Так, Валера, смотрите. Барабанный фильтр во время отправки трубы закрепляться не будут. Клей в наборе будет. Получается, промазываете сначала полностью внутри, потом трубу и вставляете трубу, чтобы она вышла с этой стороны на миллиметр, на два. То есть, чтобы были уверены, что она полностью сидит, ну и ее прокручивать в этот момент. Вот. Точно так же здесь можете, здесь тоже 90 миллиметров труба вставляется. Можете ее, ну она плотненько вставляется, можно ее, в принципе, склеить, можно нет, это уже по вашему усмотрению. Дальше. Сам фланец снимается, вот откручивается, и с руками все можно открутить. Откручивается, оно проворачивается по часовой стрелке и достается на себя. Это после того, как вы лоток снимите, это если нужно будет. Дальше. Поплавок. У него есть два отверстия. Вот, верхнее и нижнее, да? Вы можете регулировать его высоту. И сам поплавок тоже регулируется. Вот здесь его отпускаете. И регулировка идет вот вверх-вниз. Вот, ну, все просто. И точно так же затягиваете здесь высоту его. Все, и он работает. Вот так вот. Ну все. Это все, что хотел сказать.